Друзья, всем добрый день, всем добро пожаловать на нашем канале, канал Арботом. С вами, дорогие друзья, сейчас хочу с вами поделиться одна шикарная квартира. Действительно, очень хорошо место расположения на первой линии, город Мерсин, район ТЖ. Новый проект, свежий, новый, дорогие друзья, еще даже не готов. Чуть-чуть осталось, скоро готов будет, дорогие друзья. И потрясающий вид, действительно вид потрясающий, дорогие друзья. Это на первой линии панорамный вид, вид на Средиземное море, дорогие друзья. Действительно, очень красивый, очень хорошо. Друзья, я вам хочу сказать, город Мерсин — это уникальный город, семейный город. Если именно отсюда, из Мерсина, у вас какой-то вопрос есть, можете в любой момент ко мне обращаться, друзья. Это моя родина. Я здесь все в своей жизни проводил, детское время, велосипедом катались, здесь играли, драли, купали и на поле работал. Просто это моя родина, я глубоко жизни, менталитет очень хорошо знаю, все, каждом шагу, что есть, все, план города знаю. Поэтому, если есть у вас какой-то вопрос, можете, как ваш человек, вот все ко мне обращаться, дорогие друзья. Сейчас хочу с вами поделиться. Одна, 3+1, 170 квадратный метр, есть еще бассейн, вот посмотрите, бассейн есть, детский бассейн тоже есть, и парковочное место тоже есть. И самое главное, друзья, вот это дом, хорошее место расположения, рядом будет по плану, городские планы, торговый центр, дорогие друзья, здесь рядом торговый центр будет по плану, огромный пустой земельный участок есть, как-то через окно смотрите, не подумайте, там какой-то высокий дома будет строить, там по плану торговый центр будет, дорогие друзья, и первая линия, очень хороший пляж и очень хорошее место расположения возле дома. Через 100 метров каждый пятницу базар мерсинский, овощи, фрукты продаются, дорогие друзья. В самом деле, вот такой город Мерсин, очень интересный город. В самом деле, друзья, здесь большой возможность есть, огромная возможность. Это перспективный город, не только недвижимость здесь есть. Здесь есть очень много возможностей, кто сюда приезжает. Это огромный город, 2 миллиона населения, 17 квадратных километров территории, дорогие друзья. Поэтому вам здесь скучно не будет, это не маленький город. Здесь чем хотите заниматься, я не знаю, но есть много возможностей, поэтому сюда люди приезжают именно для себя, тоже хотят жить, и для бизнеса тоже хотят жить, дорогие друзья. Здесь потенциальный город, новый, свежий город, дорогие друзья. Город Мерсин с вами. Давайте теперь посмотрим наше сегодняшнее предложение. Итак, друзья, как вы видите, два лифта есть, и там газ. Это район ТЧ, поэтому здесь газ есть, друзья. Давайте заходим. Мне нравится вот этот дверь. Посмотрите, такой шикарный, стильный дверь. Действительно, очень красивый, хорошо. И потом, давайте заходим, закроем дверь. Что мы друг друга общались здесь. Обои очень красивые. Как видите, она так продается, домофон. Красивые, хорошие обои, в самом деле, друзья. И здесь отдельная кухня. Откуда начнем? Отсюда или оттуда? Здесь зал. Давайте отсюда начнем. Потом я вам еще вид покажу. Сверху этаж. Это просто шоурум. На втором этаже находимся. Еще на 11 этаже тоже покажу вид именно, друзья. Вот такой кухни. Вот там будет через два земельный участок. Отель будет, бутик отель название. И здесь вот такой красивый, хороший вот такой. Есть еще, видите, даже материалы, там есть строительные материалы, потому что еще не закончен. Здесь вот такой красивый кухня. Молодцы турки, да, хорошо строят. Это газ, друзья. Кухня вот так, действительно. Кухня вот так. Вот так кухня. Красивый, правда, друзья, красивый. Очень красивый. И балкон, это уже балкон засветлено. Видите, море уже там.
море, вот там люди купаются уже. Видите, море уже там. И отсюда бассейн тоже можно посмотреть. Вот бассейн. Очень красиво, хорошо, в самом деле, друзья. И здесь уже зал. Зал. Красивый, хорошо. Зал. Вот таком красивый стиль. В самом деле, очень красивый. Действительно. Вот таком. Как видите, она так продается, друзья. Как видите, она так продается. И давайте еще дальше идем. Здесь шкаф есть возле входа. С левой стороны вот такой шкаф. Красивый, хороший шкаф. Вот такой шкаф. И здесь еще вот такой детская комната. Красивый. Из каждого комнаты вид на море, друзья. Из каждого комнаты вид на море. Здесь вот такой красота, в самом деле. Красивый, хорошо. Все, материал очень качественный. Очень качественный материал. Еще одна комната здесь. Видите, все строительный материал еще стоит, есть. Просто кому интересно, на первой линии, друзья, вот в таком виде одна квартира и с видом на море на первой линии. Вот в таком виде. И здесь есть еще гардеробная комната. Молодцы тюрки, да? В Мерсине именно в этом плане очень люблю, что есть еще гардеробная комната. В любой проекте практически есть гардеробная комната, друзья. Вот в таком виде она. Посмотрите. Очень красивый, хорошо. В самом деле очень красивый. Вот так. Красивый, люстры красивые. И отсюда вот это земельный участок, друзья. Вот это уже здесь будет торговый центр. Огромный два этажа торговый центр будет, возможно, три этажа. Поэтому ваш недвижимость вот это будет еще два раза дороже потом, потому что где торговый центр, где море, недвижимость всегда дорожает в самом деле, друзья. Хотите, я вам еще на 11 этаже вид покажу, чтобы у вас представление было, где мы с вами находимся. Итак, друзья, теперь мы с вами поднимали на 11 этаже. Разные этажи есть на продаже. Квартира, дорогие друзья, вот в таком виде. Теперь вы поймете, где мы с вами находимся. Возле Средиземное море, дорогие друзья. Вот в таком виде. Вы видите, вот это все пляж. Люди купаются уже там. Огромный пляж. Мерсинский пляж, район Теджи, друзья. Вот так. Друзья, в этом площадке каждый пятница базар. Свежие овощи, фрукты продаются. Вот это земельный участок. Это не просто так пустой земельный участок. Здесь будет огромный торговый центр, друзья. По плану торговый центр будет. Там есть вот автобус, последняя остановка. Видите, там еще есть магазины. Продуктовый магазин есть, аптека есть. Все городские инфраструктуры здесь. Рядом, друзья. Итак, друзья, что мы с вами смотрели? Смотрели 3+1, 170 квадратный метр на первой линии город Мерсин, район Теджи. Теджи, что такое? Газ, отопление. Зима, здесь будет тепло, дорогие друзья. Очень хорошее месторасположение на первой линии. Сразу вид на Средиземное море. Ваш вид никогда не закроется, дорогие друзья. И, конечно, цена. Цена отличается от этажа, от вида, дорогие друзья. Сейчас, в данный момент, цена начинается от 75 тысяч евро, дорогие друзья. От 75 тысяч евро начинается. Чем выше, чем дороже, дорогие друзья. Очень хорошо, в самом деле дешево. На первой линии, в таком виде, такой цена нигде не можете найти, дорогие друзья. Именно в этом плане Мерсин большой плюс. Пока доступная недвижимость, дорогие друзья. Даже я считаю, что Мерсин это инвестиционный город. Можно свои деньги здесь выкладывать. Через год, через два года совсем другой цена можно продавать, дорогие друзья. Перепродавать тоже можно. Всем желаю счастья, удачи. Берегите себя. Пока-пока.